Добро пожаловать в новый эпизод Beauty новостей. Если вы еще до сих пор не знакомы с этой серией, то здесь мы с вами будем обсуждать грядущие релизы или какие-то новинки, которые только-только, вот буквально вчера вышли на рынок. И независимо от того, что я сегодня буду говорить, мне, конечно же, интересно послушать ваше мнение, потому что именно ваше мнение частично будет влиять на то, что я сама буду покупать и буду обозревать у себя на канале. Поэтому если что-то прям вообще... прям вот так вот сильно хотите, чтобы я на это сделала обзор, конечно же, пишите комментарии, лайкайте чужие комментарии, если они схожи с вашим мнением. И вот я уже, в принципе, все сказала, мы можем приступать, но перед тем, как мы с вами приступим, если вы здесь впервые, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав на кнопку подписаться внизу, сразу же там рядышком нажимайте колокольчик, чтобы YouTube оповещал вас о выходе моих новых видео. И погнали! Начать я хочу, знаете, с такой новинки, которая не просто какой-то интересный продукт, а еще и мега скандальный, потому что интернет просто взорвался скандалом по поводу этого релиза. И я сейчас говорю о тональной основе, которую выпустила компания Beauty Blender. Да, знаменитые яйца уже не только яйца, а уже и тональные основы. Для них это был, ну, наверное, нестандартный ход. Они решили расшириться немножко еще и в зону косметики, потому что до этого только Beauty Blender, собственно, был, как яйцо для растушевки тональной основы, консилеров. Они уже сделали эти яйца всевозможных размеров, форм, цветов и подумали, ну чем мы, собственно, можем еще удивить в плане обычного спонжа для нанесения макияжа, поэтому решили, надо, наверное, все-таки немножко шагать в сторону косметики. Короче, выпустили они тональную основу, которая стоит недешево, 40 баксов она стоит. И что, собственно, вызвало такую бурю возмущения, это оттенки, потому что когда... впервые весь мир увидел растяжку оттенков, естественно, начались споры по поводу того, достаточно ли там темных оттенков или недостаточно. Но вы знаете, даже если оторваться от проблемы расизма в макияже, потому что очень многие бренды как раз-таки обвиняются в расизме из-за того, что они выпускают очень широкую растяжку оттенков для белых людей и, соответственно, для всех других рас. Вроде бы как, знаете, так, на отвали пару оттенков и все, хватит тебе. А американские бьюти-блогеры за последний год особенно очень много акцентируют на этом внимание, что если вы выпускаете тональную основу, пускай эта тональная основа будет для всех. То есть, кто бы ни зашел, тот человек должен иметь возможность купить себе тон, который ему подойдет. Я считаю, это правильная позиция, потому что, хотя я лично никогда не сталкивалась с такой проблемой, но я прекрасно понимаю, что если есть какой-то раскрученный продукт, и всем он так сильно нравится, ты заходишь в магазин, а просто тупо твоего оттенка нет. И типа не просто в наличии нет, а вообще его не существует. Вообще, насколько я знаю, когда бренд выпускает новую линейку тональных основ, и вообще тональная основа это для них новый релиз абсолютно, они зачастую оттенки формируют по бестселлерам, которые уже есть на рынке. То есть берут, например, самый там лучший, самый продаваемый тон, например, там в Шанель, в Диор, я не знаю, в Тар, ну во всех таких брендах, и просто стараются сделать что-то похожее. Тем не менее, получилось уже что получилось, как бы назад это все не переделаешь. Что касается самой тональной основы, то ее вроде как хвалят. Все обзоры, которые я смотрела, очень позитивные, то есть реально классная тональная основа. Более того, у нее очень уникальная упаковка. Я еще таких никогда не видела, и видно, что они прям заморочились, потому что они знают, что это будет использоваться с бьюти-блендером, и там упаковка сделана таким образом, что когда выдавливаешь тон, он выдавливается как бы на палитру, с которой потом ты спонжем, вот, собственно, и набираешь тон, и уже потом переносишь себе на лицо. Концепция офигенная, классно сделали, и вообще упаковка выглядит классно, дорого, красиво, никаких у меня здесь претензий нет. Я сама бы очень хотела попробовать эту тональную основу, мне очень интересно, и что самое интересное, они еще запустили слух, что это далеко не все. Они также еще собираются выпустить праймер и консилер. Интересненько. Ко второму релизу мне нужно сейчас вас подготовить предварительно, сядьте поудобнее, зафиксируйте челюсть, чтобы она не отпала и не откатилась куда-то очень далеко, потому что я вам хочу показать новый релиз от Milani. Они выпустили 5 новых палеток теней.
И я в шоке, на самом деле. Если сводчи, которые я видела, правдивые, то это, наверное, одни из самых крутых палеток теней, которые вообще в бюджетном сегменте находятся. Но слово «бюджетный» здесь все-таки очень относительно, потому что тени эти не дешевые. Хоть бренд сам по себе вроде бы как бюджетный, но на самом деле цена каждой палетки $20. Это достаточно много, учитывая, что Colourpop, например, продает свои палетки за $16-18. А тут еще чуть-чуть дороже, но тем не менее они очень интересные. Там есть палетка с шиммерами, она просто божественная. Там такие именно красивые яркие металлики, есть полностью матовая такая базовая палетка теней, есть что-то среднее намешанное, в общем-то каждый может выбрать для себя. О, знаете еще какой скандал был недавно в интернете? Были мега разборки между двумя брендами Huda Beauty и Beauty Bakery. Round one. Fight! Потому что один у другого вроде бы как украл маркетинговую стратегию и вообще целую концепцию по поводу определенного продукта. Beauty Bakery — это небольшой инди-бренд, и в общем-то вся концепция этого бренда как раз-таки вокруг всего вкусного, какая-то выпечка, мороженка, в общем-то все сладенькое, все такое ням-ням-ням. В общем-то они недавно выпустили пудру для бейкинга, и там концепция вся очень классная, там даже упаковка, вот там обычная вот такая вот пудра, скажем так, рассыпчатая, но она идет в такой бумажной упаковке, знаете, как вот мука именно. Вся концепция вокруг готовки, как бы, вокруг этого. И тут Huda Beauty выпускает тоже пудру, которая называется Easy Bake, и у них маркетинговая стратегия абсолютно такая же. То есть, если посмотреть на фотографии, которые были сделаны Beauty Bakery и Huda Beauty, ну, видно, что общая концепция как бы одна и та же, только у Beauty Bakery, естественно, бюджет очень маленький, и она по факту наняла фотографа, и просто они пофоткались с какими-то капкейками там где-то на симпатичной кухне, в то время как у Huda Beauty, естественно, бюджет был гораздо побольше, но они сделали концепцию такую, знаете, американская домохозяйка 50-х годов. Очень красиво, очень круто, конечно, помпезно это все было сделано, на высшем уровне, но, тем не менее, владелица Beauty Bakery из этого раздула очень сильный скандал, что, мол, это была украдена концепция у нее. На самом деле, я не знаю, была ли украдена эта концепция или нет, но если вот свои 5 копеек по этому поводу добавить, то это пудра для бейкинга. Бейкинг — это, грубо говоря, ну, выпечка, да, с английского языка. Ну, это стратегия, которая лежит на поверхности, то есть, ну, что можно еще придумать с пудрой для бейкинга? Ну, понятное дело, что это будет что-то связанное с кухней, с выпечкой, с какими-то пироженками. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. То есть это не то, что у Beauty Bakery была какая-то очень нестандартная и неочевидная компания, там, я не знаю, русалки где-то на глубине моря наносили эту пудру, и тут опа, и Huda делает то же самое. То есть концепция очень очевидная, мне кажется. И там бейкинг, ну, как бы выпечка, выпечка. Ну, что из этого по факту можно еще выдавить? Я вот, честно говоря, до конца не могу определиться, украла она эту концепцию или не украла, это, или это чистое совпадение. Вот напишите, что вы думаете по этому поводу. По поводу третьего релиза мне нужно сначала немножко высказаться. Вы когда-то замечали, что есть определенный тип людей, которые, казалось бы, что не сделают, это всегда восхваляется, этому умиляются, это прославляется, а есть те, кто старается, как-то вкладывают очень много усилий, но тем не менее не получают вот даже близко вот этого выхлопа. Вот я считаю, что как раз-таки к первой категории относится Риана со своим брендом Fenty, потому что она бывает отжигает очень по-жесткому, потому что вот, например, сейчас она выпустила платиновый хайлайтер. Вот мне интересно, кому реально подойдет платиновый хайлайтер? Причем не думайте, что это, знаете, такое легкое морозное серебряное сияние. Нет, это такой конкретный насыщенный платиновый металлик. Я, например, немножко не поняла вообще, что к чему. Ну да, это можно использовать как тени. И все, наверное, вот только как тени я бы, наверное, и могла это использовать. Но платить $34 за огромную вот такую вот шайбу платиновых теней,
ну, извините. Я не знаю, знакомы ли вы с брендом Ray Morris, но Ray Morris — это бренд, который основал визажист одноименный. И вообще этот бренд всегда был узкоспециализированный, очень такой узконаправленный для профессиональной работы. У Ray Morris есть потрясающие кисти, очень мягкие, очень классные, ну, естественно, жутко дорогие. И сейчас вот бренд Ray Morris выпустил что-то очень уникальное, как мне кажется. Они выпустили прозрачную пудру. Но если вы думаете, что прозрачных пудр вы уже видели очень-очень много, и что, собственно, интересного в прозрачной пудре, эта пудра компактная, и она реально прозрачная. То есть, если берешь вот так вот эту пудреницу, то сквозь нее можно увидеть, что находится с другой стороны. То есть, она выглядит полностью прозрачной. Она не выглядит белой, она не выглядит телесной, которая как бы называется все равно прозрачный, транспарантный оттенок. Она именно прозрачная. И смысл в том, что ее, когда наносишь, она наносится абсолютно невидимо, ну, по крайней мере, по заявлениям, которые я вижу в интернете. Единственный минус – цена $55 за пудру. Короче, ждем полноценные обзоры, потому что пока трудно сказать, стоит это своих денег или нет. Хочу с вами тоже быстренько обсудить новинки ColourPop. Первое – это праймер для лица и спрей для закрепления макияжа. Оба эти продукта стоят по $10. И с этим праймером, честно говоря, творится что-то странное, потому что когда только они объявили о релизе, я вот 100% помню, что я видела своими глазами, как было написано, что этот праймер без силиконов. И я еще подумала, о, интересно, это праймер, который заявлено, что он сглаживает поры, сглаживает морщины и вообще текстуру лица, увлажняет при этом, но без использования силиконов. Я, если честно, прям загорелась. Я подумала, как они этого, интересно, добиваются без использования силиконов. Но когда я готовилась к этому видео, я зашла опять на сайт перепроверить эту информацию, и они это убрали. И я посмотрела состав, там на втором месте силиконы. Поэтому, может быть, они как-то погорячились или ошиблись, или, может, я что-то перепутала. Но я точно помню, что я где-то это видела. Причем где-то с официального источника, а не просто где-то какая-то сплетня. В общем-то, странно, честно говоря. Но так как это очередной силиконовый праймер, вообще мне это не интересно. Спрей, наверное, возьму. Попробую все-таки, что делает этот спрей. $10, ну, как бы не разорюсь, даже если он мне не понравится. На крайний случай буду сбрызгивать им кисточку для того, чтобы тени наносить. Ну, в любом случае, не заваляется. Также ColourPop недавно выпустили коллаборацию с блогером Caitlin Lights. Они уже очень много коллабораций вместе делали, и сейчас они выпустили целую коллекцию, которая называется Zodiac. В этой коллекции палетка теней, две помады из линейки Luxe, два хайлайтера, вот такие вот в шайбочке из линейки Supershock, и два оттенка жидких теней, формулу которых я ненавижу. Что вы думаете по поводу этой коллекции? Честно говоря, все коллекции, которые выпускает Caitlin Lights, они для меня чем-то интересны. Но вот конкретно это что-то как-то вообще мимо. Я смотрю на эту палетку теней, и единственные два оттенка, которые мне там реально нравятся, это оттенок, который мне посвящен, то есть тельцу. Там реально красивый такой вот базовый коричневый оттенок. И второй оттенок посвящен моему мужу, который приурочен знаку зодиака Лев. Ну, я, кстати, не специально так выбрала. Хотя, может быть, это подсознательно так и должно работать. Но, тем не менее, эти два оттенка реально прикольные. Особенно оттенок Лев. Такой золотисто-оранжевый, очень яркий, красивый, очень красивый оттенок. Если бы его можно было купить отдельно, я бы его отдельно точно взяла. Но всю палетку ради этого брать точно не буду. А все остальное в этой коллекции, ну... Если вам нравится туши L'Oréal, то следующий релиз, возможно, вас заинтересует, потому что они выпускают новую тушь, которая интересная, скажем так, по крайней мере, своей щеточкой. Она там гнется, то есть вы можете ее реально согнуть буквой Г и вот так вот прокрасить ресницы, то есть у нее типа как эргономичная ручка, которая поможет вам прокрасить ресницы от корней до кончиков, какие бы они у вас ни были, короткие, густые, толстые, я не знаю, послушные, непослушные, подкрученные, то есть какие бы у вас ни были ресницы, вы можете адаптировать эту ручку так, чтобы вам было удобно в нанесении.
Мне обычно тушь Лореаль нравится, поэтому если я ее увижу у нас, и она не будет стоить значительно дороже, чем базовая линейка Лореаль, а я не думаю, в принципе, что они так сделают, то я бы себе такую тушь взяла и попробовала. Помимо этого релиза, сейчас у них новый амбассадор, это Камила Кабелло, и вместе с ней они выпускают, или уже выпустили, коллекцию Гавана, которая называется... Очень милашливая такая упаковка, ярко такая бирюзовая, с цветочками, все очень красиво. А там, кстати, в этой коллекции будут жидкие бронзеры, блески, тени и что-то, что похоже на подводки, вот что-то такое. Поэтому ждем в наших магазинах, дай бог до следующего лета довезут. А у меня на этом все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте палец вверх, это очень помогает развитию моего канала и также помогают ваши подписки, потому что вы будете получать уведомления о моих новых видео, и если они вам нравятся, то почему бы и не подписаться, да? Не пропускайте новые видео, а если вам понравилось это, наверняка понравятся мои другие видео. И, к слову, о других видео, я вам здесь оставлю несколько вариантов, что вы можете еще посмотреть, а если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в новом моем видео через несколько дней.